Класс. Анфис Михайловна из «Бухгалтерии», прикинь. Нравится? Очень. Сейчас еще из ванной пришлю. Не надо, у меня есть уже. От режиссера «Бабушка легкого поведения» «Любовь в большом городе» 8 новых свиданий. Денег не будет, обанкротился завод. Корячишься, корячишься. Всю жизнь, а потом хрен лысый получаешь, вот такой болт. Синизатором пойдете? Предыдущую-то оно на работе. Может, мне на панель тогда пойти? Ну, какая есть проститутка? Я что, уже такая страшная, что меня в проститутки не возьмут? На что пойдет Макс? У этих кренделей спецовки, как у нас на заводе. Походу, приваривают они здесь друг друга конкретно. Чтобы прокормить семью. Хочешь здесь поработать? Я тебе, конечно, благодарен, но это перебор. Вот он наш лев. Красивый, молодой, дерзкий. Ты двигаться-то умеешь? Тебя взяли! Напей. Они что, скорую не вызовут? Нет, это я здесь работаю. Работа кипит. Я туда не пойду. Там классуха наша, Бетти Борисовна Слободкина. BBC? Бомба просто. В нем тебя BBC точно не узнает. Ай, мальчик. Ай, казачок. Сейчас не заткнешься, я сам тебя на лицо прямо в подъезде, понял? Чья это помада? Послушай, ты неправильно понял наш поцелуй. Слышь ты, козлина, руки от нее убери! Обалдеть! Макс! Муж твой, Макс! Промахнулся, сука! Дальше только за деньги. Мой золотой, я из бухгалтерии. Снимай штаны. Ночная смена. Папа, а у нас на переменке мальчик своим девочкам письма показал. Мальчики не должны ничего такого делать. Это плохо. В кино с 4 января.